Что вспоминают студенты чаще всего после окончания института? Конечно, время, проведенное вместе, веселье. Желательно на свежем воздухе и чтобы рядом была речка. Думаете, что так не бывает? Бывает. Если вы студент кафедры гидротехническое строительство, безопасности и экологии, если вы третьекурсник, то по-другому и быть не может. Научно-исследовательская практика у студентов направления природообустройства и водопользования и исполнительская практика у студентов направления строительства по профилю гидротехническое строительство. Есть все для того, чтобы хоть на один день, но выехать из аудитории на берег реки, прокатиться на лодке, померить температуру воды на ощупь и термометром, определить направление ветра и скорость потока воды. Может быть, не всем дается возможность надеть вертушку на водомерную рейку, находясь в лодке на середине реки. Но каждый может отследить движение поплавка и определить расстояние до противоположного берега. Конечно, может пойти дождь, подняться сильный ветер и налететь комары и мошка. Но потом вы будете рассказывать друзьям, как быстро гребли парни, чтобы поймать поплавок и не отпустить его в плавание по Оби в Северно-Ледовитый океан. Как не могли найти отвес, прикрепленный к ноге штатива, и какие вкусные были бутерброды, газировка и сушки. А встречаясь с одногруппниками через 30 лет, припоминать Иванову, что это он не мог удержать рейку на одном месте хотя бы 5 минут. Такими запоминающимися лекции и практики в аудиториях не бывает.